предотвратить появление седины просто невозможно. Это естественный процесс. Но выход всегда есть. Можно использовать проверенный временем и многими людьми натуральный состав, который без вреда для волос окрасит их в красивый цвет. Всего за 5 минут в домашних условиях можно приготовить натуральную краску для волос, которая на все 100% закрасит седину. Для приготовления такой краски потребуется всего 3 ингредиента – кофе, кокосовое масло и йогурт. Такая краска не вредит волосам, не вызывает аллергию. После окрашивания волосы приобретут темно-коричневый оттенок. А теперь сам рецепт. 1 столовая ложка кофе, 1 столовая ложка кокосового масла и 1 столовая ложка йогурта без добавок. В стеклянную емкость поместите кофе и кокосовое масло. Перемешайте до однородной массы. Дополните консистенцию йогуртом или бальзамом. Все тщательно перемешайте и кистью для окрашивания волос приступайте к процедуре. Подержите консистенцию от 30 до 45 минут. Смойте при помощи шампуня и ополаскивайте волосы прохладной водой. Если вы желаете получить более насыщенный темный цвет волос, ближе к черному, тогда добавьте в состав заваренный черный кофе. Проводить такую процедуру можно 1-2 раза в месяц. В составе отсутствуют вредные компоненты, поэтому он не вредит волосам, а наоборот способствует глубокому их увлажнению и питанию, придает гладкость и блеск. Таким образом, такая краска для волос – это не просто великолепное оттеночное средство, а спасатель для поврежденных волос. Всем спасибо за просмотр, пока, до новых встреч!